Дорожки у него интересные. На улице жарко, видно плохо. Ноль эмоций. Ну ладно. Едем мы дальше, нам надо далеко с вороном ехать. Далеко, короче, а меня вон кто-то спалил уже. Козочка. Набежит как раз под ветра на меня. Почует. Вроде убежала. О, ветер вот прям. Ветер прям туда дует. На нее. Там вот ворон у меня, может, ворона еще увидела. Забежала она вот в этот куст первый раз. Козлятки вроде как маленькие. Там, наверное, мамка. Или все одинаковые, не пойму.
Ладно, пусть бегают. Передвигаюсь вот на таком теперь транспорте пока. Ворон у меня на отдыхе. Ворон сильно устает. Надо ему дать отдых. Он у меня пока задействован в катании ребятишек и наборе сил. А то я его в этом сезоне заездил. Серьезно причем. Так что вот так вот. Ну и вот доехал я 12 километров на велосипеде в одну сторону сейчас. Километра два прошел пешком. Ну вот обратно два. Сейчас до какой-нибудь дорожки дойду. Тут плохо едется. И поеду дальше. В сторону дома. Надо маленько еще и самому весу сбросить, а то коню тяжело, наверное, просто меня возить. Ну и заскакивать мне на него тяжеловато. Что-то пошло не так. В общем, запомнили, да? Вот примерно вот за этими березками стоял. Не за этими, вот напротив вот этих вот получается больших. Считаем шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 шагов. Ну, это для тех, кто говорит, что это слуха нет, манок не тот, пищу не так, по-разному. Если, в общем, у козла охота, то у него охота. Ему особо без разницы, видимо, как и чего. Главное, хотя бы что-то бы ему напоминало писк. Он на этой территории хозяин. И он шел разбираться, видимо, с чужаком. Причем я сидел вот так вот примерно, как вот между берез расстояние. Вот в черном, во всем черном. Я сегодня людь в черном. Так что вот так вот. Но это не тот. Я ожидал здесь увидеть другого.
Ну ладно. Того, наверное, уже съели. Вот тропинка. Маленький козленочек выскочил молодой. Стабилизация какая-то у меня плохая на камере стала. Выскочил-то рядышком. Может быть, он там не один. Побежал. А вот он второй. Ну, поди, есть и третий. Вот тут буквально 10 метров до них было. Нет, два. Два. О, в ту сторону дома. Больше никого не видит. Две козы еще выскочили, причем из одних кустов. Недалеко от козла. То ли козы ушли, то ли сами по себе ходили, то ли это две козлушки с прошлого года. Не понял, далеко их уже увидел. Поляну перебегали. Как-то вот так вот